Эти люди уже не впервые пытаются заполучить оружие абсолютного превосходства. Это Митчелл Карсон, бывший шеф безопасности щита, ныне делает бизнес на государственных переворотах. Он давно озарился на мое изобретение, так что если не выкрасть желтого шершня и не уничтожить все научные данные, Даррен Кросс выпустит чудовище и посеет хаос. Я думаю, прежде всего, нужно сообщить Мстителям. Если я старался полвека, чтобы эта технология не попала в руки таких, как Старк, то уж, наверное, и сейчас не понесу ее им на блюдечке. Речь идет не о милой игрушке вроде костюмов Тони. Эта вещь способна изменить реальность. Да и мы не до того, наверное. Важнее же города ронять с небес. А что ж, муравьев не отправите? Скот, они не люди. Да, они многое могут сделать, но им нужен лидер, способный проникнуть в помещение с высочайшей степенью защиты от проникновений. Хэнк, я взломщик. Неплохой, конечно, но ведь это нереально. Он прав, Хэнк, ты и сам это знаешь. Ты видел запись, ты в курсе, на что способен Кросс. Я была против участия Лэнга, когда счет шел на месяц, и сейчас идет на дни. Костюм надену я. Прошу тебя, даже не думай. Я знаю в здании каждый этаж, знаю логику Кросса, и из присутствующих лучше всех подготовлена я. Ты должна быть возле Кросса, иначе весь план развалится. Нет времени припираться! Кол, пожалуйста, он оставь преступник. Это, мы уже... Я твоя дочь! Все! Она права, Хэнк. Вам нужен не я. Отчего сами не наденете костюм? Да если б я только мог. Нельзя. Слишком долго его носил. Не прошло бесследно. Вся надежда на тебя. Пока ее мать была жива, Хоуп смотрела на меня так, словно я величайший из людей. А теперь так разочарованно смотрит. Ушло мое время. А твое нет. У тебя есть еще шанс заслужить восхищенный взгляд дочери. Стать героем, которым она тебя считает. Надо спасать мир, но не свой, а тот, в котором им жить. Речь вы толкать умеете. Скотт, миру нужен человек-муравей. Смотрите на BTV.kz с безлимитным трафиком в подписке Амедиатека и на канале Амедиа Премиум HD.